Армения возвращается к спокойной жизни. Акции протеста свернуты, дороги и госучреждения не блокируются. Причина – вчерашнее заявление спикера правящей республиканской партии Сержа Саркисяна, после которого партия решила не выдвигать своего кандидата на повторных выборах 8 апреля и поддержать любого кандидата согласно закону третьего парламента. Свое решение не голосовать за оппозиционного кандидата в минувший вторник, что вызвало волну протеста, правящая партия объяснила желанием спокойно проанализировать программу и официальные заявления Никола Пашиняна, который назвал такое решение безоговорочной победой армянского народа и призвал свернуть протестную активность до 8 мая. Впрочем, армянские политологи не спешат подводить черту под политическим кризисом. Правящая партия и все, которые представляют партии, у которых представители в парламенте, должны понять, что для протестной массы единственное решение – это если вот лидер оппозиции будет премьер-министром. Потому что если будет кто-нибудь другой, то люди не пойдут домой. Они не оставят улицы, и все это будет продолжаться. Это очень плохо влияет и на экономику Армении, и на внешнюю политику Армении. Самое главное, если это очень плохо влияет на безопасность Армении. По мнению экспертов, за оставшиеся 5 дней ситуация может еще не раз поменяться.